Наш это Илья погорел. Вот. Где? Да. Вот я тебя ищу. Глазами. Шарипов. Да, Шарипов. Да. Шарипов. Да, погорел. Да, его сейчас нету. Шарипов, да. Вот, спасибо. Погорел. На самом деле, я думаю, что это правда, размышляя о. Он же говорит, а за что ты ему там все это вернул, наследство, там, что он заслужил, что ли, и так далее. А ответ был простой. Он сын мой. И это интересно, что, ну, удивительно, что Бог так всегда относится. Вот, наш статус перед ним не меняется. Когда он ушел, был сыном, вернулся, тоже сын. В плохом состоянии тоже сын. Он не может перестать быть сыном. Да? То есть наш статус перед Богом никогда не меняется. Поэтому, когда мы говорим бывший брат и сестра, это неправильно. Нам нужно говорить, ну, брат и сестра, но, может быть, ушедший, да, там, не в церкви. Но это брат и сестра наши. Они никогда не остаются перед Богом, не перестают быть сыновьями, дочерями. Это просто как бы дополнение. Мысль у меня возникла о том, что мы так в нашем, ну, как мы говорим об этом часто. Хорошо, друзья, наша служба подошла к концу. Не забудьте, коробочка тоже.